Ну давай, прыгни. Камеру мне грызть. Ой, она поплюется сильно. Фу. Это с тобой? Да. Это сейчас. Это сейчас. Ой, нет, я надо не отходить, знаю, они опасны. Влезет, наверное, 2 часа есть. Они опасно прыгаются. Ну тут, конечно, вообще бомбически. Это вот уже третье место, а где видела? Мы на тручу приезжаем. А ты видела, как мы ехали и там обвал дороги был? Обвал видела, мне было страшно. Страшно капец, мне было страшно. Я уже хотела выходить. Потому что он наклонялся, когда в сторону обрыва, это просто жесть какая-то. Ну тут очень красиво. Да, третье место уже, где мы на тручу пришли. Горы, горы какие. А ну-ка посмотрим, не край, видишь? О, бомба. Бомба Нео. Солнышко, свети, солнышко, свети. Очень красиво. Конечно, одежда сушится, и все тебе, ну что, люди живут и работают все вместе. Кто скучает по ромашкам, ромашки есть во всем мире. А вот эти вот, как же вас зовут-то? Ой, я забыла, как вас зовут. Фью. Я уже забуду скоро русский язык. Короче, вот эти вот цветы. Герань, вот же герань, да. Они тут в деревья превращаются. Чудовищных размеров. Краник воду помыть. Туалет, кстати, тоже очень приличный. Хотя дикая природа, ну тут реально прям дикая природа. Ну, можно спокойно помыть руки, туалет чистый, водичка, мыло, все присутствует. Даже на улице кран, потому что рыба, это надо отмывать. Ориентировано на туристов. Ну, тут и местные ходят все время. Миленькое место. Ну, тут, кстати, не так холодно, как вот в тех других местах мы бывали. Лучше в горах, ну, форель. Здесь теплее. Не знаю, за счет чего. Может быть, за счет того, что вот этот горин стоит, закрывает как-то. Не знаю, может, погода такая. Хотя у нас там внизу сегодня вообще-то холодно было. Но тут мы поднялись, ничего, вроде терпимо. Вот тут проживают эти гигантские рыбухи. Да, тут самая крупная форель, которую я видела. Девочка ее там обрабатывает. Только посмотрю, схожу. Это я еще увидела эти вот хризантемы. Какие-то такие южные, у нас тоже везде на югах они расцветают, как это называется. Уже не понимаю, что как называется. В голове три языка крутятся. Слова забываем. И вот это. И порт-кафе. Это будет выглядеть. Там девочка разбирает на рыбочку. Это она чистит только, которую мы сейчас будем есть, или которую с тобой будем? Мы сейчас будем есть. Там вот такие маленькие, правда. Они выбрасывают, да? Нет, вообще они как будто их употребляют. Употребляют. Они это едят. Хорошо. Но... Ну, девочка сейчас нам вычистит. Вон она, видишь, вот это вот желтое? Да, 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 я вижу, вижу. Да. Я вижу. Это и то. Но она еще не готова. Маленькая. Месяца два-три еще. Это они молодые совсем рыбки эти, да? Новому году, короче. Новому году? Будет икра. Не, не будет, они жируют. В смысле, они формируются, икра. Но они, говорит, здесь не рестятся. Не рестят.
гранды. Как круче. А рыба? Пискада. Пискада. Гранды пискада. Ты посмотри, там девушка вырезана из бревна. Да, я видела. Подойди. Это телефон у нее полуарный, ничего. Вот был пень и превратился в женское что-то, в женский рик. Вот круче. Сальмон. Опа, английский. Суши делают даже. Ну тут большая она, правда. Вот у меня практически герань. Вот они, южные растения, южане, вы должны знать это. Южане, Сочи, Краснодарский край, там везде растут. В Киргизии я такие растения часто видела. При домах растут, по дворам. Ромашка, ромашка. Песка депортива. Угу. Куда-то она уплывает отсюда. Видимо, ключи. Все выключает. Лама в горах. Барашки, курочки, собачки. Ну, это и ламы. Или, ну, или альпаки. Или альпаки. А какая разница? Ну, наверное, есть разница. А вон крючки маленькие. Вот этим вот крючком. Ой, а тут, да, это рыба. Вот этим крючком 6 месяцев. Так. Ага, это детский сад. Солнце, а вот лучше вообще не надо так делать, потому что это опасно. Я не знаю, ну должно быть видно, раз так видно. Вон сколько косяками. Детский сад. 6 месяцев. Вот этим. Надо спросить, сколько тем, которых не есть. Ну, раз у них в экране созрело, значит, им года нет. Ну, вот так, они перелены. Наверное, каждая рыбка по килограмму. Ну, они быстро растут, рыбы. Вот такие альпаки. Или кто там они. Я говорю, это вот на третий раз мы такую гигантскую тручу мы еще не видели нигде. Как это съесть? Gracias. Any more? Yeah, talking. Amigo. Oh, sí. No inglés. В смысле? No americano. Ah, no americano. Oh. Sí, ruso. I'm doing speak English. I'm sorry, I'm not. No. Не знаю, как мы ее съедим. Ротом. Она очень большая. Очень большая. Вот это вот местный соус называется ахи. Как? Ахи. Из чего? То есть это пипец перец, вот этот красный тот, из которого ты это. Потом томат, который на дереве висит. Лимон. Ну, я понимаю. Только как это сказать, я не знаю. Тут, короче, ну, есть дерево, такие томаты, которые растут на деревьях прямо. Вкусом они похожи на наши маринованные помидоры. Но они вот такие сырые. Как они называются? Ну, какие-то томаты, томаты. Ну, я на эту тручу смотрю, мне страшно. Она ужасно большая.